Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем канале «Сладкий персик». И сегодня у нас с вами рецепт. Я вам покажу свой любимый и самый простой ужин. Мы будем готовить пасту. Паста у нас будет с креветками. У меня креветки всегда есть в морозилке. Это как пельмени, только креветки. Когда нужно, я их достаю, размораживаю и готовлю пасту или делаю какой-то салатик. Но этот рецепт базовый, и вместо креветок вы можете использовать что-то другое. Например, куриное филе, ветчину, просто шампиньоны, например. В общем, здесь все на ваше усмотрение. Но так как я больше люблю креветки, я буду показывать с ними. Я же потом все это ем. Нам понадобится, конечно, сама паста. Любая, какая вам больше нравится. У меня вот такая вот. Креветки, сыр пармезан у меня уже натертый, это очень удобно. Сливки жирностью 30%. Чеснок можно использовать обычный или сухой. И немножечко петрушки. Первым делом мы с вами закидываем вариться макароны. У меня паста из твердых сортов пшеницы группы А, то есть высшего сорта, она достаточно твердая, и поэтому ее нужно варить 10 минут. Я уже вскипятила воду, я ее подсолила, и теперь кидаю туда пасту и варю. Вот так вот кидаем и ждем. У нас паста внизу размягчится, и потом она вся уйдет под воду. Пожалуйста, ни в коем случае не ломайте длинные спагетти пополам. Итальянцы просто упадут в обморок. Так как я использую креветки, они у меня были заморожены, я их предварительно разморозила. Теперь их нужно промокнуть от лишней влаги. Для этого я их сюда выкладываю и промакиваю бумажным полотенцем. Все, остается обжарить. Теперь нам нужно, значит, почистить чеснок. У меня молодой, очень ароматный вот такой вот. Можно использовать сухой чеснок. И нарезать немножечко петрушки. Нам нужно... Ой, молодой чеснок, он, конечно, очень нежный. Нам, в общем, нужно достать зубчик и его нарезать. И обжарить немножечко, чтобы получить чесночный аромат. Мы с вами берем сковородку, разогреваем ее на плите, добавляем оливковое масло, ждем, когда оно нагреется, и кидаем чеснок. Кидаем чеснок, жарим буквально 3 минутки. Сам чеснок нам не нужен, когда он отдал свой аромат, мы его достаем и выкидываем. Масло у нас здесь осталось, в этом масле мы будем сейчас обжаривать креветки. Я использую свежезамороженные креветки, они такого серого цвета, они получаются очень мягкие, сочные. Я их жарю примерно по 1 минуте, и потом они у нас еще немножечко будут готовиться вместе со сливками, поэтому этого времени достаточно. Если мы будем их готовить очень долго, они внутри получатся резиновыми и не такими вкусными. Теперь наливаем сливки. Насыпаем пармезан немножечко. Солить я не буду, потому что у нас пармезан соленый, сами макароны тоже соленые. Я не люблю, когда соли слишком много, мне кажется, она должна не перебивать вкус еды, а ее лишь оттенять. Поэтому соль не добавляем, перемешиваем и готовим до загустения соуса. Ну, это примерно прям 2-3 минутки. Пока мы с вами делали соус, у нас приготовилась паста. Ее сейчас я быстренько накладываю, потому что паста — это такое блюдо, которое нужно есть сразу. Впрок его, конечно, что такое, застряло. Впрок его не приготовишь, поэтому сделали и сразу кушайте. Мы наложили пасту, теперь сверху выкладываем соус вместе с нашими креветками. Посыпаем пармезаном. И добавляем немножечко свежей петрушки. Друзья, посмотрите, какая классная, вкусная паста у нас получилась.
мы потратили на приготовление ровно 15 минут. Это очень вкусный, полезный, простой ужин. С ингредиентами можно экспериментировать. Это такой ужин-конструктор. Поэтому обязательно его готовьте, пишите свои комментарии и также подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас там много классных рецептов, новостей и все самое интересное, что не выходит на других каналах.